Все мы привыкли в первые дни мая выезжать на природу, отдыхать и приятно проводить время вместе с семьей и друзьями. Предлагаю отличный рецепт шашлыков для прекрасной русской традиции. Предлагаю приготовить майские шашлыки. Шашлык по этому рецепту получается сочным, мягким и очень вкусным. Уксус сделает ваши шашлыки нежными, они непременно понравятся всем. Самым лучшим шашлыком считается шашлык из баранины, но можно взять свинину, курицу или говядину. Шашлыка в любом случае много не бывает, так что чем больше мяса, тем лучше. Подготовьте все ингредиенты. Мясо нарежьте порционными кусками. Что придает сочность и мягкость мясу? Конечно же, уксус. С уксусом нужно быть осторожным. Разбавьте по вкусу уксус в воде и частями добавьте к мясу. Уксус может быть от 6 до 9% или даже крепче. В общем, пробуйте и не бойтесь добавить что-то свое. Маринад должен полностью покрыть мясо. Оставьте мясо мариноваться на 2-3 часа, можно и больше. Порционные куски мяса нанизываем на шампуры и ставим жариться. Шашлык нужно периодически переворачивать. Кусочки мяса должны прожариться не только сверху, но и в середине. Приятного аппетита!